В апреле 2012 года в Приморском крае, на берегу Японского моря, был образован уникальный заповедник «Земля леопарда». Это национальный парк, созданный с целью восстановления самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда, численность которой к началу 21 века в дикой природе составляла всего 30-40 особей. Был создан парк, включающий просторы заповедника «Кедровая падь» и нескольких местных районов. Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка на планете, обитающая только здесь, в Приморье. Шерсть его имеет яркий желто-рыжий окрас и покрыта черными пятнами в виде розеток. Их размеры и форма индивидуальны у каждой особи, что помогает ученым различать их. Пятна на шкуре каждого леопарда образуют свой неповторимый рисунок, как отпечатки пальцев у человека. Именно по этому узору ученые парка отличают и учитывают каждого тигра и леопарда. При этом у всех зверей есть свой номер и даже имя. Здесь живут такие красавцы, как Грация, Клеопатра, Лорд и другие. Поскольку леопард настоящий хищник, то он охотится почти на все живое население парка, и весь видовой список его добычи включает более 20 видов животных. От мелких грызунов до крупных копытных. Также он не проходит мимо фазанов, рябчиков, барсуков, зайцев, земноводных, рептилий и рыб. Детенышей только самка, а брутальные отцы свободны как ветер и главным для себя считают патрулирование своих охотничьих участков. В 2-3 месяца малыши покидают логово и следуют за матерью, которая периодически подбирает для них новые убежища и заботится о них. Молочное вскармливание потомства продолжается от 3 месяцев до полугода. Мясо котята едят с 6-8 недель. Примерно с этого же времени они обучаются поиску добычи. До возраста 13 месяцев молодые леопарды живут вместе с самкой, которая учит их всем премудростям взрослой жизни. Затем выводок распадается, и каждый из них строит свою жизненную карьеру.